Александр, добрый день. Вот ворота закончили. Привет! Этим видео начинается большая серия, посвященная воротам NZ-системы, сделанных моими клиентами. Казахстан, привет! Кто впервые видит мои ворота, NZ-система называется, изобретены в 2016 году. На моем канале вы можете увидеть очень много примеров этих ворот от моих заказчиков. Рекомендую, заходите, смотрите. Саш, день добрый. Спасибо вам большое за пружины. Вот потихоньку я собрал, сейчас как все, полностью все доделаю. Конечно, вам обзор сниму, все уплотню. Ну да, как у вас заявлено, честно, все аккуратно, потихоньку. Раз и все, и уходят вверх. Шикарно, все четко. Ну что, я прям в восторге. Сейчас все доделаю и потом вам большой обзор сделаю. Так, проверка работоспособности, обещанное видео. На открытие, ну, чтобы было одним пальчиком. Желается продемонстрировать одним пальчиком. Усилия. А это фрагмент из моего первого видео. Я демонстрирую работу этой системы. Сейчас попробуем обратно. Толкаю пальчиком. Это походу уже я мем запустил. Ворота открываются одним пальчиком. Классно, приятно. Шикарные ворота из Харькова. Из воюющего Харькова, на секундочку. Это ворота 22-го года. Как обещал в видео, после автоматизации ворот, автоматизировал Алютех 1200. Очень легко, на удивление, монтаж происходит и настройки. Из особенностей, когда монтировал рычаг, надо сразу предусмотреть, чтобы рычаг был длинный, а не короткий, потому что на коротком направляющую панель. Изначально казалось, что не хватает массив механизму. Однако есть настройки, по умолчанию стоит на 2/3 мощности, увеличивается чуть-чуть, и все хорошо. Еще раз открываю. Как всегда, переходите на мой канал. Здесь вы можете увидеть много видео, посвященных различным воротам, в том числе NZ-системе. Примеры от моих заказчиков, автоматизация, укрепление, разные виды обшивки. Видите, сегодня я представил ворота с филенкой. Таких еще не было. Были примеры с воротами гармошка. Как всегда, напоминаю, что мой канал работает на конструкторское ателье. Буду рад помочь вам сделать ворота вашей мечты. Обращайтесь, ставьте лайки, будьте активны, пишите комментарии. Всем удачи, спасибо за просмотр. Так, Z-система ворот от Александра. Просим снять обзор. Спасибо Максиму из украинской Ахтырки за видеообзор. Как-то так выглядит. Воротам на сегодняшний день уже около 3 лет. Закрывается легко и просто. Так, заказал только чертеж, все варил сам. Калиточка. Тут все компактненько сделано. Кстати, он даже заказал еще одни ворота после освобождения Сумской области. Интересные ворота. Обратите внимание, что дверка находится сбоку, а не по центру ворот. Поднимаются аж до самого верху. То есть за 3 года работы ничего уже не регулировалось, сразу как выставилось, так и есть. Дивись, які ми ворота збацали. Воно відкриє двері спочатку. Є двері. О, закривай двері. І відкривай ворота. О, ну я зайду.
Ну, закривай. Ну, відкривай. Как видите, достаточно большие ворота, 2,90 высота, 2,60 ширина. Закрывай. Не одним пальчиком, но даже ребенок справляется. Одним. Типа такой конструкции. Итак, по просьбе Александра из Татарбунар была построена модель ворот. Вот такая. Вот берем за нижнюю кромку, начинаем поднимать. Открыли ворота. Вот здесь хочу обратить ваше внимание, буква N. Если посмотреть на рычаги ворота А, вот так будет буква Z. Ну, а вместе это NZ-система. То есть теперь у нас это называется NZ-ворота. Так, вот такая моделька. И сейчас покажу, как это получилось вживую. Александр Юрьевич, снимаю видеоотчет, как получились ворота. Так, вот эта створка на приводе. Это вручную. Все открывается легко, хорошо. Изнутри рычаги, пружина. Вот это центральное, то, что я говорил, мои пружины, то, что я срастил. И здесь уже без пружины. На приводе. Так, так, закрываем. Рычаги усилил, так как у нас в тройке нету 40 на 20 трубы. Сделал такую ферму, а то прогибались они. И закрываем вот эту. Так оно выглядит изнутри. Все получилось, спасибо. А теперь работа Максима. Мастер Максим, Киев. Ворота в паркинге. Тоже было очень узкое место. Кстати, поставил такие вот демпфера на все рычаги. В этот момент, пока рычаг не оторвется, слышно на моторе нагрузка. Обратите внимание, ни слева, ни справа, видим, места нет. Там всего 6 сантиметров. И удалось установить и пружину, и раму, еще и сверху какие-то трубы, коммуникации. То есть тут очень интересное место установки. И, честно говоря, ничего кроме NZ-системы туда особо и не поставить. Секционные ворота туда не поставить.
То есть это было оптимальное решение. Теперь изнутри. Так что всем, кто заинтересован в установке подъемных ворот на четырех рычагах NZ-системы, рекомендую обращаться ко мне за расчетами, а если вы живете в городе Киеве и его окрестностях, обращайтесь к мастеру Максиму. Не забываем ставить лайки, подписываемся на мой канал, пишем комментарии. Всем удачи, всем спасибо. Добрый день, Александр. Отчет обещанный. Вот эта дырочка, это как вы рекомендовали, 480. Блин, они сами тогда поднимаются. Я на 12 сантиметров опустил. И вот так вот сделал. Натяжитель такой. Пружина. Получилось в ручном режиме. Ну, там также. А снизу сами идут ворота, с середины начинают останавливаться. Ну, то есть сами не идут. Блин, как так, чтоб видно. Вот. Все пошло тихо, спокойно, надежно, как говорят. Блин, видео, конечно, оператор я еще тот. Вот открывание изнутри. В общем-то и по скорости все устраивает, все замечательно. И вот без пружин, вот эта направляющая, блин, аж выскакивала оттуда ползунок этот, прогиналась вся, ну, нагрузка большая. Сейчас вообще она не шевелится. Вообще, класс. Вот еще с улицы сниму. Вот так сделал. И демонстрирую. Ну, что тут демонстрировать? Раз, поехали. Все. Отчет окончил. А это пример ворот без притолоки. Обратите сейчас внимание, когда Алексей будет толкать ворота на закрытие, насколько близко рука к потолку. NZ-система позволяет сделать такие ворота. Все, съемка идет. Так, значит, сарай предназначен для хранения лопат, всего остального, может, со временем будет мотоблок и все остальное. Большие ворота не подходят, маленький проем, маленький этот. Нашел в интернете Александра Ильичука, вот он спроектировал ворота и изготовил. Вот это их установили, еще не доделали, значит, ворота работают следующим образом. Открываем. Поднимаем, вот, устанавливаем. Значит, ворота работают пока без пружин, так просчитаны, но теоретически пружины можно поставить и будут стоять. Они установлены, вот, крепятся, то есть только обшить железом, утеплить и все. Ну, не дай бог не будут тянуть, не будут работать так, как это, или тяжело подниматься. Значит, поставим сюда еще пружины. Перспективы. Будут подниматься свободно, пружины ставить не будем. Заодно еще имеем козырек. То есть можно входить, выходить. И в дождь что-то делать. Да, и в дождь. То есть на голову не капает, прекрасно, все хорошо. То есть два в одно. Оп, открываем. Просто на ключик закрываем. Значит, Александр сам их изготовил, люди изготовили по его чертежам, он проконтролировал. То есть все, что было обещано, все сделано. И так же само помог с доставкой. Все. Спасибо за внимание. Заказывайте ворота у Александра Ильичука. Все прекрасно. Все работает, все это. Чувствуется рука мастера, инженера, механика. Все просчитывается, все красиво, все прекрасно.
Всім доброго дня. Ось такі ворота я замовляв у Олександра за систему. Я їх автоматизував. Дякую пану Івану Ржищева. Ці ворота також були замовлені буквально в перший місяць війни. Тим не менш, бачите, наші люди працюють, облаштовують життя. Це дуже добре. Працює, все чудово, син задоволений. А це ворота із нашого українського Херсона. Дмитрий не перший раз уже заказывает у меня проекти ворот. Это очень красивые ворота получились. Супер. Добрый день, Александр. Вам огромный привет из Башкортостана. Изготовили по вашим расчетам ворота, так называемая Z-система. Сейчас открываю. Все нормально, работает. Заходим в гараж вовнутрь. Вот то, что я говорил, небольшие конструктивные изменения. Вот сейчас в деле показываю. Значит, как у меня пружина. На станке специально вытащена деталька. Само собой тут имеется канавка, чтобы она не скользнула. Так, никаких усилий на рычаге, потому что у меня, значит, профиль 4, 40, но стенка пятерка, 5 миллиметров. Это еще советский профиль. Значит, рычаг, понятно, само собой, съемный. Стойки у меня сотка. Так, показываю внизу как. Никаких регулировочных винтов, просто цепи сварены. То же самое, вот видите, пружина как делается. А еще перед заливкой у меня сотка, швеллер еще. Вот, когда пол заливали, сотка специально оставил. На эту сотку крепится, значит, сварили само собой эту стойку. И вот видно, не видно, вот сварили. Вот, обыкновенные карабинчики и цепь. Никаких регулировочных винтов, ничего тут не надо. Что тут еще? Съемные, само собой. Вот съемные. И наверху верхний рычаг тоже съемный. Так, что я вам еще? Так, угольник и немножко значит, приставочка, так как она очень маленький размер, там удлинили мы его. Так, что вам еще показать? Так, осталось еще утеплить, да и все, наверное. И здесь ручку еще надо поставить. А так система все нормально работает, никаких проблем. Вот я сейчас выйду, закрою. Оператор у меня дочка, сейчас она снимет.
А, давай. Вниз.